Что это? Да, сегодня поговорим о нынешних новогодних поездах. Начнем с этих. Я, честно, не знаю, почему метро не обклеило все вагоны, или хотя бы первые. То, что в метро 30 подобных составов поездов Русича АК, это не оправдание. Почему бы не сделать меньше, но лучше? Кстати, они ходят на Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Калининско-Сосновской и Калужско-Рижской линиях метро. На последней, кстати, возобновили работы поезда АК, а на СТЛ ходят аж 8 составов. Теперь перейдем к самым интересным поездам. И первым на очереди у нас поезд ЕЖ-3. Тележки его немного обновили. Как минимум торможение и разгон плавнее, чем я их помню. А теперь давайте покатимся один перегон. Следующая станция Тушинская. Сюда не хватает только старого информатора. Станция Тушинская. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. На этом мы прощаемся с ЕЖом до следующего года.
следующий поезд, ни за что не угадайте, поезд Москва-2020. Всегда думал, почему не делают тематы на поездах серии Москва. А сейчас на кольцевой линии ходит такой прекрасный новогодний поезд. На этом у меня все. Успеть прокатиться на нем до 7 января. Я желаю вам удачи, хорошего настроения в этом году. С Новым годом! До встречи в новых видео! Всего вам доброго!